Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В здоровом теле здоровый дух. Еще раз убедиться в этой истине смогли все, кто приехал на базу «Березка» 8 февраля. Солнце, воздух и веселая музыка стали прекрасным дополнением традиционному марафону для всех «Лыжня России 2015». Она проводится ежегодно с 1982 года и является большим зимним праздником. Количество участников этого всенародного спортивного мероприятия неуклонно увеличивается из года в год. Спортивный праздник рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. В этот день на старт вышли и те, кто своим примером показывает молодому поколению, как надо заботиться о своем здоровье. Участвую, наверное, тут как «Лыжня России» каждый год. За здоровый образ жизни. Хорошо, что молодежи здесь много. Приветствую, потому что это наше будущее. Ну, а нам надо старичкам пример подавать. Алине Никитиной всего 9 лет, но на Лыжню России она выходит не впервые. Этим видом спорта девочка занимается давно. Вот и на этот раз она заняла место на пьедестале. Я, уже много раз участвовала. Очень охота покататься на лыжах и люблю этот спорт. Всего же в лыжных стартах на базе «Березка» участвовало 235 человек. А в общем, в региональном этапе по Забайкальскому краю приняли участие более 4500 человек из 26 муниципальных районов. Победители и призеры получили грамоты и медали, а самое главное – хорошее настроение на весь год. Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.